Ну, провели довольно качественную игру сегодня. То есть предъявить ребятам как бы нечего даже. То есть в обороне все получалось, в атаке, в средней линии мы хорошо проводили атаки, хорошо оборонялись. Ну и плюс огромная самоотдача, что просил от ребят. Хотелось завершить домашнюю серию из 3 игр победой. У нас это получилось. Забили хорошие голы, могли забить еще, но где-то немножко не хватило везения, где-то не хватило опыта. Но в целом, если резюмировать, то игра очень понравилась за последнее время. Наверное, одна из лучших в нашем исполнении. Ну и радует то, что мы сыграли наконец-то на ноль. Последние игры много пропускали. Сегодня получилось на ноль. Естественно, ребята впереди чувствуют уверенность, и в атаке тоже многое получалось. Ну, игра нам удалась. Как тренер сказал, была самая важная игра в сезоне. Поэтому настраивались только на победу. Нам надо было забирать 3 очка, поэтому пацаны бились. И нам удалось победить, не пропустив мяча.